Парламент Эстонии во вторник объявил Россию террористическим режимом. Также парламент решительно осудил военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию территорий, завоеванных во время агрессии. В заявлении эстонского парламента говорится, что их страна никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины путем агрессии и фиктивных референдумов. Кроме этого, эстонцы заявили, что необходимо привлечь к ответственности виновных в преступлениях агрессии в Международном специальном трибунале.